Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами Resident Evil Gaiden. Итак, мы с вами в прошлой серии, что мы с вами сделали? Мы нашли ключ от лифта, западного, да, по-моему, лифта, короче, открыли его, и сейчас нам нужно подняться наверх. Подняться наверх, вот мы это сделали, или спуститься надо было, подняться, да, наверное. Так, мы это сделали. Вот. Ага. Ага. Я смогу как-то пробежать мимо него? Не дерясь с ним. Или все-таки его попробовать, все-таки его загасить? Ну-ка, стой. В смысле? А ёпта. О. Окей. Его загасили, правда, немножко покосили. Бляха. Ну вот опять. Мне придется, короче, убивать. Я опять прицелился на одного. А это. Да в смысле? Вот. Я прицелился на одного, а почему-то было два. Патрон для пистолета, хорошо. Мы, кстати, с вами взяли дробашулю. Вот, так, тапок. Используйте систему наведения для атаки врагов. Целиться можно издалека, не дожидаясь нападения. Прицел изменит свой вид при наведении на врага. Отключайте систему наведения, чтобы начать бой. Во время боя атакуйте врага, как только он попадет под прицел. Эффективность любого оружия выше на малой дистанции. На малой дистанции. Это то бишь, если он близко, да, находится ко мне, эффективность больше. Так, ну ладно. Окей, смотри, здесь дверь, она закрыта. А у нас есть что там? Мы какие-то ключи там брали, не брали. У нас есть контролер. Так, а что мне вообще надо сделать? Подняться на 4-й этаж западным лифтом и найти пост охраны. Окей. Пост охраны, окей. Пост охраны. А, это мы сейчас на третьем. Вот 4-й этаж, там вот сюда. Отличная карта. Да выйди. Так, окей. Еще что-то здесь, наверное, есть, да? А, это лифт. Это лифт, все понятно. Мы, короче, взяли с вами дробаш и патрончики от... Так. Здесь две лестницы. Ну, мне надо, наверное, высоко подняться. О! О! Новый вид. Смотри, с кочергой. С кочергой. А я могу его от отсюда его. Да, конечно. Так, раз. Два. Три. Ай. Четыре. Пять. Кусанул. Как он через ограду меня кусанул? Пост охраны, скорее всего, закрыт. Думаю, понадобится ключ. Окей. Так, зеленая травка, окей. Может быть, попробовать полечиться. Зеленую траву съесть, да? Окей. А, понятно. Это, короче, лестница у нас. Обе лестницы ведут в одно место. Окей, так. Угу. Я нахожусь здесь. Можно либо по низу, либо по верху пройти, без разницы, да? Ладно, давайте здесь осмотрим, еще здесь тапок лежит какой-то. Всегда одевайте лучшую броню и следите за ее состоянием. Броня? В смысле? Чем крепче броня, тем меньше повреждений вы получите в бою. Помните, пассажиры или экипаж корабля могли оставить броню где угодно. В поисках полезных вещей поглядывайте на датчик. Где угодно, значит. Вещи где угодно. Ну, да, опа. Ну вот датчик. Вот датчик сработал. Почему у меня ничего не происходит? Там этот... Гордон Фрим... Да в смысле? Гордон Фриман? Ух ты, падла, сразу кусаться. Сразу кусается. Только 4 патрона ему надо. Так, патрончики от дробовика, хорошо. Ладно, давай ищем. Ищем что-нибудь полезное.
любых местах, говорит, можно. Ай-яй-яй. Не хочу я с тобой связываться, если честно. Блин, да сколько их тут напихали. Леха. Там что-то, видал? Там что-то это мелькнуло. Там что-то мелькнуло. Бляха, их двое, и мне жалко просто патроны тратить. Так-то, в принципе, нет проблемы, как бы, их загасить, просто мне жалко, жалко патроны. Я сейчас попробую... Он сейчас отбежит в сторону, я попробую... в смысле? Там же только что что-то мелькало, нет? Ой! Идёшь ты лесом. На, на. О, три патрона. Три патрона, и он готов. Легкая, о, легкая боевая броня защищает от мелких ранений. Так, легкая боевая броня. Снять броню. Кевлар. Так, это я одел, да? Все, да, одел. Окей. Допустим. Так, идешь ты нафиг. Окей, а мне либо по низу, либо по верху можно пройти в комнате охраны. Ну еще здесь сейчас посмотрим, короче, может здесь еще что-то лежит. Так, а, и отсюда я пришел. Окей. Может, вот эти вот, то, что красный восклицательный знак, это типа рана? Да в смысле? Так. Ой, у меня красное здоровье. Патрон для пистолета, хорошо. Так, надо подлечиться, наверное. Что, зеленую травку? Ну, давай зеленую, да. О, другое дело. Окей. Так, сюда можно подняться? Ладно. Сюда можно. Или погоди, вот это может красная штука, вот эта, которая вот высвечивается, восклицательный красный знак. Это может типа опасность. Ну, типа зомби, опасность. Хотя, смотри, здесь нет. Не появляется, да? О, сколько их там. Не-не-не-не. Пойдем поверху, посмотрим. Может, поверху полегче будет. Так-так-так, бегом-бегом-бегом-бегом от него. Отстань, проклятый. Проклятый. Опа. Так, ладно. Пробежал. Мать вашу. Ну давай, ко мне подходи. О, красавчик. Пробежал. Отлично. Так. О, трос выдержит вес взрослого человека. Хорошечно. Так. Окей, вот мы находимся. Тут что-то вода, что ли, или что-то такое синее. Мы находимся с вами. Получается, просто вниз можно спуститься, да? Конечно, если там нет каких-то преград. Через одну дверь. Так, раз, дверь, да? Ага. Нет гранатомета. Ух ты! Нет гранатомета. Забрать эти снаряды невозможно. Внимание. Блин, а ну почему нельзя забрать? Ну почему? Ну и что, что у меня нет этого гранатомета? Пускай бы были эти патроны, да? Надо запомнить тогда это место. Когда будет гранатомет, тогда вернемся сюда. И заберем, да, патроны? Я надеюсь. О! Девушка в примерочной. Блин, мне надо как-то... Ай! Ай! Опять цепануло.
Бляха! Ты посмотри на ее. Херо такая накачанная. Ты видал у нее бицухи? Видал банки? Банки в этой тетке. Жесть. Так, снимаются симптомы отравления. Окей. И все, да? И все. И патроны для гранатомета. Окей, ладно, запомним это место. Ляха. Попробовать в обход обойти, не знаю. Давай-ка вот здесь еще сейчас пошныряем. Ладно, там в любом случае мне надо будет как бы это... Ну... Наверное. Плёхо мне обойти. Либо тратить патрон, короче, и пройти здесь. Либо попробовать в обход. Давай-ка, я не знаю, попробую в обход обойти сейчас. Опа. Охренеть. О, целая стая. Офигеть. Сколько здесь баб? Да бляха. Охренеть их тут, охренеть. А, здесь все сломано. Мне кажется, зря я это замутил, надо было ту просто убить и все. Тупик, мать его. А это что, бассейн? Опа, еще дверь закрытая. Бляха! Ну здесь уже да. Здесь все равно придется. Бляха, надо было просто там замочить и все. Да в смысле? Окей. Я нажимаю. Как-то непонятно, как-то заторможено. Я нажимаю, а выстрел происходит как-то. Уже после того, как я, ну, как нажал там, не одновременно как-то. Это заранее, что ли, нажимать надо? Непонятно. Так, ладно. Трупы лежат, а ничего нет. Или, ладно, давай воспользуемся просто возможностью, раз мы пошли и просто расшныряем здесь, посмотрим. Уж. Может, что-то есть. Так, здесь дверь закрыта. Пошлындаем. Так, ладно, там у нас толпа. Зомби. Ага, тут я смотрел, да? Ладно. Бляха. А, все равно сюда надо идти, да? Ну окей, я не смогу ее пробежать. Давай ее загасим. Неплохо. Неплохо, так, еще патроны для пистолета. А, хорошо, как бы, ну, патрончики дают, это хорошо, это радует. Пока все как бы в принципе на мази. Так, погоди. Это вторая дверь через низ получается, да? Мне надо вот сюда. И все равно ее убивать придется. Я вообще зря просто побежал. Хотя, смотри, я сейчас ее сюда загоню. Лоп. И идешь ты лесом. В смысле? Воу-воу-воу-воу-воу, закрыто! А у меня нет! В смысле? И? Вот это подстава, ты прикинь, закрыто! Да ладно! Ключ где-то искать надо. Тут пришел, блин. Все закрыто. Может, у них как бы у этих, с них выпадает что-нибудь?
с них же патроны выпадают. В прошлый раз же ключ я тоже нашел, как бы, у кого-то. Да? Да. Так, травушка. Хорошо. Травушка, это тоже хорошо. Так, так. О, ты смотри! Набежали, набежали! Шлепс. Ух ты, какое! Мразь! Так. Патроны для пистолета. А здесь что? Ключ от бара на четвертом этаже. Ключ от бара. В смысле? Так, вот это комната охраны. Может быть, тогда вторая дверь, это бар на четвертом этаже. Я сейчас на четвертом этаже. Может, это как раз вот эта вот комната, которая вторая здесь закрыта. Это бар. Как бы, да? Почему бы и нет? Ну, так и есть. Там комната охраны просто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, бар. Давай-ка пошныряем по бару. В баре по-любому должен быть этот ключ. Комната охраны. Стопудово должен быть. Только надо порыскать. Ай-яй-яй. Погоди, здесь вот смотри. Ну-ка. Патрон для пистолета. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, он еще живой. Погоди. Тут, когда... Может, вот этот красный восклицательный знак показывает, что именно вот в этом врагу, в этом враге есть этот... Что-то интересное, ну как бы какой-то предмет выпадает или что-то как бы, ну, что-то важное. Почему бы и нет, да? Так. Так, погоди, лифт закрытый. Ладно. Ой, здесь. Забушки. Ай-яй-яй. Патроны. Ай! Да в смысле, еще подмога прибежала? Как они. Как это? Как это? Просто атакуют. Мать их. Хорошо, что они на дальнем расстоянии, они это. А здесь бывают какие-то ваншотики, там хершотики такие вот. Патрон для дробовика, хорошо. Здесь что? Средняя броня защитит вас. О, неплохо. Среднюю броню сейчас возьмем, оденем. Так, надо снять, да, наверное, это снимает. А эту одевает. Неплохо. Так, в принципе, все, да? А где ключ? Пипец, чтобы попасть в станную комнату охраны, нужно пипец. Какие маневры тут. Так, уйди. А здесь тупик вообще. Ништяк. Так, лифт, да, вот этот закрыт. Это даже лифт, я так понимаю, да? И стрелочки наверху. Погоди, а это что? А, это тоже, это, наверное, против... Ну, лифт тоже. Ладно. Так, а здесь что? Надо найти ключ. Желтая трава. Патрон для пистолета. Окей. Так. Сюда. Бляха. Здесь дверь открыла. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Ну-ка сейчас проверим, да? Вот красная загорелась.
Да умри ты уже! Живучая падла. Но, смотри, видишь, из него что-то... ключ от центральных лифтов корабля. Неплохо. От центральных, это вот, которые, наверное, закрыты были, да? Центральные лифты. Да, получается, короче, вот эта красная штука, ну, красный восклицательный знак, это показывает то, что женщина, вы стали фиолетом, мне не пройти теперь. Ладно, давай ее загасим. Прям фиолетовая, да, такая? Жесть. Ничего! Здесь ничего нет, что ли? Это... Опа! Нет гранатомета! Так. Одно и то же? Или здесь два? Нет? Тихо. У девки тоже ничего нет. В смысле, где ключ? Ключ дайте мне. Дайте мне ключ, мать его. Ключ мне быстро. Иди его искать. Где его искать? Так, погоди, от центральных лифтов это, наверное, вот это, да? Центральный лифт. Но. Окей. Вниз? В смысле, погоди, погоди, сколько вас тут много-то? Ну-ка, уйди, уйди! Не хотел, не хотел на нее тратиться. Все, свалило. Бляха! Мне нужно найти ключ. Где его искать? Вот где его искать, а? Пипец. Что-то мне подсказывает, что я сюда рано вообще пришел. Падла. Ах ты падла. Вот смотри, сейчас проверим. Еще раз, чтобы убедиться. Вот я ее убил. Да. Да. Понятно. Значит, вот этих вот, которые вот эти... Их можно не убивать, а который вот красный сигнал дается. Значит, с них что-то выпадет, получается. Получается так, я понимаю. Погоди, нет. Значит, надо. Я думаю, сюда рано. Почему-то. Почему-то я думаю, что сюда рано убегай. Ай-яй-яй, тупик. Мне кажется. Вот здесь надо искать зомбаря, у которого будет ключ. Я, наверное, где-то я пропустил, мне кажется. Там же еще, помнишь, вот здесь, когда я проходил, тут у кого-то тоже загоралось. Кюро такой быстрый. О! Я не думаю, что... Сильно замудрено так, что это надо искать. Да в смысле? По кораблю ходить. Электронный ключ от поста. Вот, да, про что я и говорю. Мне кажется, здесь как бы не будут так сильно замудрять. Так, окей. Ай, идешь ты. Задрала. Еще бегать, да, опять по новой тут. Ну нафиг. Ай! Иди сюда. Сюда иди. Иди сюда. Сюда иди. Собака. Ладно, в следующий раз хоть тогда не надо будет этот зачищать, я думаю. Если они не респанятся, конечно. Во!
Другое дело, другой вопрос. Окей. Шаряем тут, смотрим, что у нас здесь интересного. Ни черта нет. А, о. Ну и что мне со всем этим делать? Теперь я глядел контрольную панель в поисках нужной кнопки. Стоп! Она выглядит не так, как эти твари. Эй, послушай, ты меня слышишь? Леон, это ты? Ты знаешь Леона? Кто вы? Я спецагент Бэрри Бёртон, друг Леона. Меня зовут Люси. Леон ушел на поиски монстра, который превратил всех в зомби. Леон спас меня и сказал ждать здесь, пока он не вернется. Где Леон сейчас? Не знаю, он ушел уже давно. Мне страшно. Я слышу какие-то звуки. О нет, вы должны помочь мне. Кажется, монстр ломится в дверь. Здесь! Он здесь, на помощь. Без паники, просто скажи мне, где ты? Солнечная палуба, скорее, дверь долго не выдержит. Держись, я уже бегу. Держись, я уже бегу. Так, надо, короче, спасти эту девчонку Люси теперь. О, и сохранка. Ну окей, тогда раз у нас прошла сохранка, да, ну и в принципе у меня по времени уже видос заканчивается. Вот, спасать пойдем девчонку уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.